Текс. Мясорубка. Старт. Арена. Мясорубка. Отработка боевых характеристик танков. Задача – уничтожить врага, покинуть арену через один из телепортов объекта. Модуль модификации – пулемет вулкан. Ух ты ж. Подсказка – телепорция появляется только для доставки на арену свежей партии техники. А, то есть как бы... Что-то я очкую. Ой. Это был град. Я сейчас взял четверку. Прикольно. Град мощный. Не, вы что, издеваетесь? Thank you.
Так. Я что-то не совсем допетриваю. А мне что сделать-то надо? Так, левый верхний пробуль, давайте центральный попробуем. Да хорош, аж тут сколько, блин? Это мой... В смысле? Отдай. Давайте это попробуем. Так, уничтожить врага. Не понимаю. Подождите, а что же мне... Так, стоп. Это телепорт в правый верхний. Это телепорт в левый верхний. Правильно? Правильно. Дают патроны. Патроны — это хорошо. Что, патроны, видимо, даются каждый раз. А мне надо уничтожить прям всех врагов? Кто там шарахает? Или что? Я что-то тут не совсем понимаю. Телепорт открывается еще раз. Телепортеры появляются только для доставки для арены свежей партии техники. Это правый нижний. И это у нас, соответственно. То есть это был левый нижний, а это правый нижний. И... Да откуда ж тут еще один-то взялся? Блин! Все, понял. И вот сейчас телепорты стоят еще какое-то время. Все понятно, дошло. Ну, поехали. Не стой. Все. Теперь понял. То есть нужно подловить момент, когда они появляются. То есть вот мы проверили правый верхний. Теперь давайте левый верхний посмотрим. Цапнем здесь.
Слышь, хороший! Так, сначала давайте согреем вот этого товарища. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вот этих двоих мы согрели. Теперь огнем вот этого. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь огнем вот этого хмыря. Раз, два, три, четыре, пять. Все, отлично. Так, разбираемся с минами. Разобрались. Здесь у нас аптечки, они нам пока нафиг не сдались. Так, проверяем правый нижний телепорт. Это сюда, все правильно. Огрем вот этого козла. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Тут побольше надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, тут мы, видимо, хватаем. Да, вот где-то я успел хватануть патроны для града. Град штука классная. Так, и теперь смотрим. Удрали. Все правильно. Теперь разобрался. Фу. Дальше у нас идет крест. Фу. Вы знаете, я боюсь сейчас останавливаться. Сейчас, блин, остановишься. Потом окажется, что опять все пропадет. Это все по новой проходить. Ха-ха. Не, ну если есть какой-нибудь пароль, конечно, чтобы открыть все эти площадки. Можно будет, но, блин, если потом опять не запустится. Да уж, это будет очень обидно. Так что давайте доигрывать. Но, как обычно, небольшой перекурчик.